нормальный ширпотреб, который заказала жена. Ить, ну как бы, длинная чесалка. Такая антискользяшка. О, здесь еще, наверное, открутить можно было бы. Выглядит следующим образом. На 4 пальца. Ну, в принципе, да. Удобная вещь. Это типа там. В общем, как-то так. Простая. Раз, два, три, четыре склада, которые у нас шестнадцать сантиметров. Полная ее. Так, 30, 59 сантиметров. Раскладываться, ну, более чем достаточно. Не знаю, сколько эта штука стоила, но такая вот тавтология. Почему голубенькая? Ну, явно не мне, а бабушке. В принципе, сделано добротно, качественно. Люфт, конечно, есть, но это не критичный люфт. Посмотрим. Ссылка будет, как обычно, в описании. Со второй крысой, в принципе, одних размеров.